Накануне Егор Борисов выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем. Цитата. «От имени многонационального народа Якутии выражаю глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта страшная трагедия. Трудно поверить в произошедшее. Погибли талантливые, полные жизни молодые люди, военные, деятели культуры, государственные служащие и журналисты, которые должны были выполнить гуманитарную и миротворческую миссию в Сирии. Якутяне потрясены и скорбят вместе со всей страной», отметил Борисов, подчеркнув большую роль сплоченности российского народа в столь тяжелые часы.